Наскальные рисунки в пещере Альтамира в Испании оказались самой древней живописью в Европе. Таковы результаты исследования группы европейских ученых, которые вновь изучили возраст открытых ранее изображений с помощью нового, более точного метода датирования. Метод, который мы использовали, это датирование белого кальцита, скапливающегося поверх рисунка. Таким образом, мы установили, что ему 36-37 тысяч лет. Можно быть абсолютно уверенным, что живопись, находящаяся под ним, старше. Ученые определили возраст 50 изображений из 11 испанских пещер. Большинство рисунков были сделаны менее 25 тысяч лет назад, но 5 из них оказались намного старше и представляют для исследователей особый интерес. Теперь, учитывая столь древний возраст этой живописи, главный вопрос, на который ученым предстоит дать ответ – кто же все-таки создал эти изображения?